есть один день в году, когда всем женщинам и девушкам особенно приятно получать подарки и комплименты. И именно 8 марта в Набережных Челнах представительница прекрасного пола поздравила знаменитый на всю страну номер один в России сам DJ Phil. Ну, собственно, все планы, которые у меня есть, они касаются как раз-таки, собственно, творчества и фестиваля «Трансмиссия». И если говорить о самых ближайших планах, то вот будет выходить наш трек с Алексом Морфом, это гимн фестиваля «Трансмиссия». Будет выходить трек с Полом Ван Дайком. Ну и плюс разные новые работы. У меня, на самом деле, уже порядка 10-15 треков готово, которые я поигрываю, смотрю, как люди реагируют. И на них сейчас там на часть из них записывается вокал. Эмоции, заряд нереальной энергии в сочетании с отличным настроением. И все это именно сегодня, 8 марта, бар-клуб «Султан». А с вами были Лена, Никита и Сур специально для studprof.rf. Пока-пока!